Давай поедем. Вот это я, конечно, хочу. Сам не знаешь, куда ударить. Если прикалывается, он не понимает, в чем прикол. Приводящие. 40. Ну, ранее не считали. Сейчас доделают ускорение. Ускорение, еще раз возвращаемся. Твою пару он нашел. Куда дел? Еще взял. Делай топлицы там, не выдумывай. Не могу правильно предложить. Текст. Отыгрываем. Катание. Да. В этой задаче влево отыгрываем, либо наоборот. Да, да. Я не упал. Заключительное дело головой. Один можно пониже, второй повыше. Первый пониже, второй повыше. Беги сразу, видно? Выше, да? Повыше, да. Малый, низа. Потом будет вспоминать. Все. Подаешь? Могу. Давай, начинай. Макс, кто? Первый брат мне был, давай. 25 и любой мишень. Бля, чувствую, квадрат хороший. Конечно. 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16. Для нас важна в первую очередь победа. А там уже понятно, при определенных раскладах она дает нам возможность в следующем году оказаться в Еврокубках. Для ребят, которые провели кто один, кто больше сезона в Бресте, болельщики оказывали на протяжении сезона сумасшедшую поддержку. Да, в этом году в связи с определенными обстоятельствами стадион не заполнялся полностью, но чувствовалась поддержка. И я думаю, для ребят очень важно в заключительном матче одержать победу, порадовать наших болельщиков. Это борьба за медали. И, да, тут не все от нас зависит, но мы на этот матч настраиваемся и понимаем, что сколько можно болельщиков позволено федерация придет, будут нас поддерживать на протяжении всего матча, и мы серьезно готовимся к этой игре. Это дерби, все знают, с Гродно у нас всегда получаются матчи сильные по накалу. Эмоции, я бы сказал, что здесь в первую очередь нужно играть с холодной головой, с горячим сердцем. И эмоции нужно направлять в правильное русло. Ну, я думаю, что у нас достаточно опытные ребята, и в этом отношении у нас не должно быть проблем. Пошло, Сёня! Хорош, бой!
Давай, молодец, сейчас. Спасибо вам.